Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Зомби Война. И начинаем. Так, что у нас здесь? Уровень третий. Ага, завершено. Забираем, естественно, все ежедневки. А, замечательно. И давайте смотреть видео. Так, ну что, я заработал маленько денег, ребята. Ну как маленько, у меня 1243 золотых. Довольно неплохая сумма, и мы с вами сможем сейчас кого-нибудь купить, это однозначно. Нет, здесь я ничего не буду делать. Не нужен мне донат, мне нужно за монетки. Давайте глянем. Оу, сколько мы можем всего купить? 50%. Шарлотта, да? У девочек из Техаса, кажется, есть точность, которой нет ни у каких других. Слушайте, это еще со скидкой она продается за такую сумму. 50%. Блин, отталкивает противника. Марины. Я думаю, ребят, наверное, надо вот эту девочку покупать. Урон 46. Здоровья мало, конечно, но удача 46, скорость 12. Да, а этот у нас урон 3 всего. Ну, нам его еще и не приобрести, к тому же. Давайте покупать. Шикарно. Так, хлебушек ей, щетку дадим. Так, и нам надо, ребята, поставить вместо кого-то эту девчинку. А вот вместо кого, интересно мне знать, а? Блин. Так, ну вот, наш отряд. Слушайте, давайте вместо, наверное, место, да-да-да, именно фермера. Я думаю, что, наверное, так будет лучше. Ну что ж, теперь можно, в принципе, попробовать, что она из себя представляет в деле. Меткая наша девчинка. Ты не пройдешь. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, замечательно. Слушайте, он, по-моему, с одного выстрела валит любого, да? Если я не ошибаюсь. Ну-ка, проверим. Эй, промазал, косой. Блин, ну бомбит он нормально, зато он вялый. Так, отлично, ребята, пока все. Оу, как так-то? Ну, сухую нам уже не пройти. Так, девочка, покажи, на что ты способна. Ух ты, довольно неплохо она валит. Ну-ка еще разок. Черт. Давай в кого-нибудь бомбани отдельно, вот. Ну, жалко, конечно, что она перезаряжается тоже долго. Но зато она бомбит-то не по-детски, вы посмотрите. Так, давай, строитель, не подкачай. Замечательно. Да, меня Шарлотта не разочаровала, если честно. Смотрите, опа-на. На два выстрела буквально чувачка ей хватает. И, возможно, мы пройдем. Возможно, мы пройдем сейчас этот уровень. Ну, конечно, не в сухую, но тем не менее. Главное, откроется карта. А, шикарно. Да, конечно, она перезарядка. На перезарядку, точнее, у нее очень много времени уходит. И мы прошли, ребята. Мы прошли 31-ю миссию. 67% сохранено автобуса. И мы продвигаемся. И сейчас открывается карта, вы не забывайте это. Так, что тут? Нет, ребята, ничего нам не открывается. Что-то я попутал маленько. Давайте посмотрим, как здесь будут обстоять дела. Давай, 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 быстрее. Ага, отлично. О-о-о, бегут уже сорванцы. Так, он у нас еще и усиленный, к тому же. Строитель-то наш. Нормально. Так, храбрость. Так, если что, мы можем с вами... Давай, давай, быстрее, быстрее, копись, быстрее, копись. Отлично, Шарлотта вышла. Ну, я думаю, сейчас тут вдвоем-то эти девочки устроят им пикник. По заявкам. Да, довольно неплохо. Оу-оу-оу, этот стрелок вышел. Даже второй там с ними. Ну, давайте, бомбаните вы его, отлично. Так, бочку. Нормуль. Черт, завалили стрелка одного. Но, тем не менее, все, ребята, по-моему, мы прошли и довольно хорошо. Ха-ха.
Вау-вау-вау, встала, побежала там. Ну что же, вот теперь точно откроется карта. И новые миссии. Так. Шикарно, давайте здесь откроем немножечко карты. Нифига тут. Я тут весь бензин так оставлю. Все, отлично, ребят, три миссии новых у нас открыто. Невозможно, блин. Так, 36-я, сложно. 35-я, нормально. Ну что ж, тогда мы с нее и начнем. Так, кто нас тут будет интересно встречать? Так, храбрость есть. Вау, это что такое там? Куда разогнался, блин? Крепкие и сильные зомби, его атаки могут отталкивать врагов. Вот так вот, ребята. Отталкивать врагов, значит, он собрался. Блин, ну действительно мощный, а. Блин, непробиваемый какой-то. А как у меня будет Шарлотта с ними вести? Ладно, сделаем так. Да, эти жирные-то довольно крепкие, ребята. Видите, у него там какой кулак мутированный. Одна ручонка хиленькая, а второй кулачище-то будь здоров. Прикладывать он любит. Давай, 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 строитель. Отлично. Этого тоже нагрей, пожалуйста. Вау, 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 все хорошо. Куда разогнался, блин? Ха-ха. Ломаем баррикаду. Я надеюсь, тут не будет никакой волны в ближайшее хотя бы время. Давайте, 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 бомбите. Неужели прошли, а? Ух, шикарно. Причем в сухую. Пошло, кажется, дело, ребята. Пошло. Так, открывается у нас еще карта. Ага, еще одна дополнительная миссия открылась. Ну-ка глянем. 34-я, сложно. И 36-я, это уже сложно. Блин. Ну, давайте, наверное, тогда с этой начнем. Так, оу-оу-оу. Кто там еще? Крепкий и сильный зомби. Бронежилет частично защищает его от пуль. Блин, специально все сделано, чтобы мои стрелки не взяли их. Ну, давай, 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 беги. Я, наверное, сейчас, блин, не хотел, конечно, я его вызывать. В силу своей, как сказать, вялости. Ну, ну, хоть так. И тут же он слег. Ну, сейчас мой строитель. Интересно, ладно, пули его не берут. А как? Ну-ка, давай посмотрим, как строитель будет его бомбить в ближнем бою. Да, слушайте, он и в ближнем-то бою не слабак. Черт, универсал какой-то, а. Да и к тому же, посмотрите, сколько их прибыло. Ё-моё, блин. Строитель тут не справ... А, еще этот в каске ожил. Ё-моё, бегун бежит. Ну-ка, а, не успел. Ладно, хотя бы так. Ну давай, 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 накумариваю его, отлично. О, какой минимальный урон-то наносит Шарлотта им, а. Тут еще и копы пришли. Ладно, давай, строитель, выходи. Хоть как-нибудь, надеюсь, ты тут поможешь. Так, нормуль. Давай, 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 там не раскисай, блин, сейчас упадет. Упал. И бегун бежит следом. Ну его сейчас, наверное, мой стрелок подобьет, да? Оу, зачем я бочку-то кинул? Вот дурила. Я надеюсь, эта Шарлотта сейчас не встанет в виде зомбаря. А иначе будет финиш. Прям возле автобуса встает. Ну, обычный зомбарь. Так что мой чоппер его сносит. Давайте посмотрим, как он будет здесь себя вести. Так, этого-то он, в принципе, должен моментально убить. Но что-то какой-то он слабенький. Я лично думал, что он намного крепче. Так, давай, Шарлотта, прикрывай чоппера. Так, пока нормально все у нас. Ух ты! А, все понятно, у него, значит, круговая атака у чоппера, когда он бьет наотмашь. Давай, 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 Шарлотта, не сдавайся! Нам этого гаденыша надо подбить.
Так, шериф мне там немножечко помог, это хорошо. Оу, сейчас через 40 минут волна пойдет, ребята. Через 40 минут, секунд, конечно же. Так, все, все, давайте тесним, тесним этих гадов назад. Ай, сейчас упадет строитель. Ну, еще пока нет, уже нет. Не держится он. Черт, мы не успеем, ребята, не успеем, 12 секунд. Ай, а мы даже еще ни разу не ударили оборону, ой, оборону, баррикаду. Фигово, это очень плохо. Все, волна бежит. Слушайте, ну в принципе, можно было бы затащить эту миссию. Черт, я думал, что не будет волны. Смотри, бегут, значит это без перерыва будет. Волна, она будет до конца, пока они меня тут не разбомбят. Да, только вот надо как-то определиться, кто у нас более-менее такой сильный против вот этих вот бронированных, так скажем, юнитов. Так, посмотреть видео. Нет, не надо мне видео за бензин. Давайте попробуем, наверное, вот эту вот миссию. Посмотрим. Так, встречают нас довольно легкие и слабенькие зомбари. Это хорошо. Блин, я почти все бонусы, ребята, потратил. Да. Плохо, конечно, это все, но куда деваться? Надо как-то проходить. Так, хорошо, хоть храбрость падает. Довольно неплохо. Так, давай, Шарлотта, прикрывай. Слушай, ну вот эти вот сосунки ей на один выстрел. Начальные зомбари всякие. Слушай, довольно неплохо у меня там строитель бомбит. Отлично. Оу-оу-оу, подожди, подожди, а это с какого перепуга? Вы... Ничего себе она тут дает. Таких не было, блин, у нас еще, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот когда вот он своим кулаком звездарит, этот жирный, это очень плохо. Ну давай, добей. Ага, отлично. И упал. Блин, от какого-то простецкого зомбаря он свалился. Еще единственное, что плохо, ребят, когда стрелки убивают и нету больше здесь зомбарей, преграду они не уничтожают, к сожалению. Они будут тупо стоять и ждать, когда выйдут зомбари. Это, конечно, их недостаток. Ну что, ребята, мы по ходу дела прошли. Отлично все. Как вы видите, мы пробили баррикады. И продвигаемся с вами дальше. Сейчас откроем еще карту. Там должны быть новые миссии, наверное. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, ребята, все на мази. Так, давайте. Ай, блин, у меня с бензином проблемы, ребята. Я всего лишь один раз могу сделать ходочку. Так. Ну, я не знаю, тут я ничего не буду приобретать. Давайте, наверное, вот эту следующую, да? 37-я, нормально причем. Посмотрим, как здесь будут у нас обстоять дела. Бонусов у меня почти не осталось, кроме одной бутылки на храбрость. А это что там за чувырло еще встречает нас, а? Вы видели сейчас? Так, бегун, далеко собрался-то? Обычный зомби с защитой от ближних ударов. Да слишком дофига, я смотрю, тут с защитами-то пошли, а? Так, теперь, значит, у нас тут защитники образовались, блин. От ближних ударов, значит, стрелки, по идее, должны их сносить на... Ё-моё, бегуны! Так, давай, Шарлотта, вали. Стоит, тупит, а? Так, давай. Слушайте, да? На два выстрела буквально хватает. Вот эти... Ну-ну-ну-ну-ну-ну! О, хорошо. Блин, она перезаряжается, как всегда, не вовремя, блин. Давай, 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 давай. Кстати, вот эту вот можно Питера убрать, мне кажется, да? Как стрелка, она здесь, в принципе, никакой роли не сыграет. И от нее толку никакого. Ну, что ты будешь делать? А, этот нищеброд подошел и автобус мой начал пинать. Сносите, сносите. Бочкой, бочкой перебил. Слушайте, а да, вот эти ребята в ближнем бою вообще непробиваемые. Даже чоппер мой не смог с ними справиться. Хотя он обычно такой довольно
сильный. Ну, давайте, давайте. Вот, отлично. Блин, мне нужно кого-то с ближним боем. Ребят, иначе я как баррикады-то буду пробивать? Ну, как же долго, ну, ай. Давай кто-нибудь, ну, строитель, ну, беги. Родной, вся надежда на тебя. Так, у меня еще пулеметчик есть на худой конец, так что, если что, прикрою. Ай, бегуны, блин. Ну, молодцы, хоть снесли. Давай, 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 родной, пробивай, пробивай эту баррикаду, блин. Так, пулеметчик у меня, если что. Так, хорошо, все. Ну, вдвоем-то вы должны пробить здесь, елки-палки. И все, ребята, мы прошли еще одну миссию в сухую. Это ж просто замечательно. 67 опыта получили. Шикандос. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. И будем играть, как полагается. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам, ребята.